Играя в Ability Draft, самое сложное — это урвать пару скиллов, чтобы в связке они делали из вашего персонажа настоящую имбу, от которой в ходе игры у противников будет подгорать всем известная пятая точка. И у главного героя выпуска это получилось в буквальном смысле. А я приветствую вас, вы на канале Имба Шоу, и мы начинаем. Приветствую тебя, зритель, меня зовут Дарксар, и я приглашаю тебя на мой канал. Если тебе интересно, как поднять рейтинг или узнать, как поднимают рейтинг про игроки, то ты по адресу. Также ты сможешь посмотреть, как я поднимаюсь с 0 до 4000 рейтинга практически без поражения в рубрике «Бортовой журнал». Удели минуту времени, и ты точно не разочаруешься. Переходи по аннотации и ссылке в описании. Вот вам скиллы, которые были в этой игре, посмотрите на них внимательно, поставьте паузу и напишите, что бы вы хотели собрать. А вот что бы собрал я. Связка называется «Бить или не бить». Для нее нам понадобится тамба Андаинга, стяжка Дарксира, связка от Шторма и закрепим это все ультом Лича. С предметов покупаем Аганим и Рефрешер. Проверим, как это работает. Такие вот дела. Хоть мне и не хватило на второй ульт, все же результат впечатляющий. Но герой этого выпуска собрался так, что уже с первых минут можно ходить по карте и наводить шороху. Насколько это имбово? Давайте же посмотрим. Верхняя башня сил света разрушена. Верхнюю башню сил света атакуют. Центральную башню сил света атакуют. Вот вам гайд, как потрепать нервы противнику. Друзья, не забывайте поставить ваш огромный палец вверх под этим видео и на канал обязательно подпишитесь. А если вы досмотрели видео до этого момента, то значит знаете, что будет дальше. Рубрика «Самый внимательный». В каждом выпуске Имба Шоу я прячу различные отсылки на наш канал, который называется «Пасхалки». И в 33-м выпуске их было две. Первую нашел подписчик под ником Zoro316, заметив, что к пассивке Свена в гости зашел Фантом Лансер.
а вторую пасхалку увидел Леонид Умривов, заметив измененный скилл Вайпера. Друзья, хочу вам напомнить, что найденные пасхалки нужно писать в ответ моего комментария с хэштегом «Самый внимательный». А я поздравляю вас, Зора 316 и Леонид, вы являетесь самыми внимательными подписчиками по 33-му выпуску. В описании я оставил ссылку, где вы узнаете, как можете получить свои подарки. Друзья, не забывайте ставить свой лайк, присылать игры и подписываться на нашу группу ВКонтакте. А с вами был канал Имба Шоу. Тащите катки, друзья. Всем удачи!